Кирпичик за кирпичиком осваивают профессию первокурсники Камского строительного колледжа. А вернее, сразу две профессии. Такой стандарт. Дамир Минабуддинов учится на каменщика и сварщика. После капремонта здесь 10 современных мастерских, так что оттачивать навыки можно в реальных условиях. Поначалу было сложно, а потом как-то привыкаешь, сразу все получается. Глазомер работает, и все получается. Это новый дом. Вы знаете, вот ребята с удовольствием приходят учиться. Это совершенно другое отношение к учебе. Сегодня это 1270 студентов. Доступны 4 специализации и 8 профессий. На площадке Рустам Миниханов примерил шлем сварщика и вникал в работу ребят. Так, вы сейчас стерли, а потом заново, что ли? Да, и вот то, что вот наверху, нижняя, это лессировка, декоративные выкрасы. Громкие, теплые аплодисменты. От тех, кто готовится строить дома, к тем, кто обживает собственное жилье. Ключи от квартир сегодня получили новоселы дома в поселке Сидоровка. Десятиэтажка на 183 квартиры построена по программе соципотеки. Через 10 дней по соседству сдадут и вторую высотку. У нас большая программа капитального ремонта. Значит, каждый год почти 1000 многоквартирных домов мы ремонтируем по программе капитального ремонта. Ну и наша программа социальной ипотеки. Она реально является доступной для молодых семей, для работников предприятий, для работников бюджетных учреждений. Выражаем вам огромную благодарность за наш такой красивый дом. Мы надеемся, что наше уютное гнездышко будет счастливым. Не только красивый фасад, но и современное оборудование, готовое к работе. Это уже вторая горбольница. Открылась после капремонта. Томография, эндоскопия, уникальные узкие специалисты. Сегодняшний уровень позволяет стать центром здравоохранения для всего Северо-Востока республики. Здесь же роддом, женская консультация и поликлиника на 300 посещений в смену. Самое главное сделать наши поликлиники более доступными, более понятными в работе и для того, чтобы население приходило не только по случаю заболеваний, но и для профилактических целей. Программа капремонта поликлиник, стартовавшая в этом году в Татарстане, рассчитана на 2 года и 8 миллиардов рублей. В Челнах, помимо сегодняшнего открытия, ждут модернизации и других объектов. В списке на этот год 15 поликлиник. Лина Анатольевна, Марат Зайдуллин, Ильшат Аюпов, Альберт Шфигулин, ТНВ, Набережные Челны.